Здравствуйте, мои дорогие подписчики, а также зрители канала F2. Меня зовут Надежда, и сегодня я затрону такую тему, которую периодически запрашивают. Стоит ли сохранять отношения, стоит ли сохранять союз, стоит ли сохранять брак? Здесь я не возьмусь говорить «да, сохраняйте», либо «нет, не сохраняйте». Моей задачей я все-таки ставлю посмотреть ваши отношения с разных сторон, посмотреть так, чтобы вы смогли сделать выводы, но а уже дальше сохранять либо не сохранять тот или иной союз, вы, конечно, будете решать самостоятельно. Я не могу взять такую ответственность и четко вам сказать «да-да», либо «нет-нет». Позиций в раскладе будет две. Темная, точнее, светлая темная карта. Как выбирать для себя позицию, те, кто смотрит мои расклады, вы уже знаете, те, кто на канале в первый раз, и выбирайте, как вам нравится, либо по цвету, либо по номеру 1-2, либо если партнер, допустим, там светловолосый и голубоглазый, вы выберите первую позицию, да, если партнер брюнет темный, точно так же, он моложе вас, старше вас. Вот здесь полет фантазии и интуиции в ваших руках, и поэтому выбирайте. Начну с первой позиции, чтобы вам видно было. Итак, сейчас посмотрю ваши мысли, чтобы вы понимали, ваш расклад это или нет. Немножечко нестандартная сигнификация. Обычно я смотрю партнера, но здесь, думаю, тоже будет интересно, если вы посмотрите на себя со стороны и поймете, ваша позиция либо нет. Если ваша, то, соответственно, смотрите. Если не ваша, то смотрите вторую позицию. Итак, ваши личные мысли о том, что сохранять либо не сохранять. Вот какая-то, знаете, здесь круговерть вас уже достала. Здесь, видите, в соответствии с стройкой кубков, здесь могут быть такие ситуации, что, допустим, вы находитесь в любовном треугольнике, вы жена либо любовница, но есть еще другая женщина. Вы можете находиться в такой ситуации, когда муж все свое свободное время старается проводить где-то без вас. С друзьями ему интересно, ему хочется, там, не знаю, охота, рыбалка, ему хочется какие-то развлечения, но здесь без вашего участия. Точно так же здесь может быть, да, кубки-кубки, что, в принципе, мужчина может быть зависимый от алкоголя, и вас все вот это вот, его, знаете, как вот его праздник жизни вас здесь уже утомил, вас уже достал. Вы устали смотреть на все. Вот, и вы хотите либо свою собственную здесь жизнь, либо вы хотите как-то здесь уже договориться, но договориться так, чтобы отношения, которые сложились между вами, развивались строго уже по вашему видению, по тому, как вы хотите. Потому что вы тоже хотите внимание к себе, вы тоже хотите чувствовать себя единственной, вы тоже хотите чувствовать себя неповторимой. И вот это вот большое желание, что я уже хочу уйти от тех сценариев, которые есть между нами. И сценарии здесь я уже перечислила, да. Их здесь может быть несколько. В сторону того, что даже пусть я буду одна, но я буду у самой себя любимая, я буду у самой себя единственная. Здесь у женщины нету страха остаться одной. Потому что для нее, если я буду одна, значит, я уже отвечаю сама за себя, я рассчитываю только сама за себя. И если я и обижаюсь на что-то, да, что что-то не получается, то я буду обижаться только на саму себя. Но американские горки здесь надоели. Их хочется уже закончить. Что вас связывает сейчас, на данный момент, с мужчиной, которого вы загадываете? На чем держатся ваши с ним отношения? Отношения здесь ни на чем не держатся. Здесь друг другу уже чужие люди, которые смотрят друг на друга и думают о том, кто быстрее решится на шаг в сторону того, чтобы мы уже все разошлись,
чтобы между нами все закончилось. Да, здесь если брак вас связывает, то вы понимаете, что браку конец, да, что так жить, как сейчас, уже больше не хочется. Если вы с данным человеком не в браке, то здесь мысли о том, что брака уже не получится в силу разных причин. В силу, например, того, что мужчина женатый и разводиться не собирается, и вы понимаете, что вы только развлекаете его, теряете свое драгоценное время, а ничего взамен не получаете в качестве будущего. Здесь также вы можете понимать, что я уже даже брака с этим человеком не хочу, потому что надоело. Настолько мы уже стали какие-то чужие, настолько наше видение жизни, наши циклы жизненные как-то не совпадают, что я хочу одно, он хочет другого, и нам не договориться. То есть здесь, понимаете, вот по обилию мечей и старшей аркана, здесь говорится о том, что еще вот какие-то вот мысли терзают, и есть еще какие-то сомнения, но ничего такого физического, чтобы вас там сдерживало. Даже если у вас, не знаю, имущество в несколько гектар, даже если у вас несколько домов, машин, вы понимаете, что даже уже вот это вас не сдерживает и не помешает вам в дальнейшем разойтись. На отношениях здесь четко стоит такое, не знаю, клеймо, что ну не получится дальше, да, в силу разных моментов. Не получается, не получится. И, может быть, и можно как-то попробовать сохранить отношения, но только если ваш партнер согласится на ваши условия. Здесь только так. Давайте посмотрим. Вероятно ли улучшение в ваших с ним отношениях? Ну, здесь да. Здесь каждому из вас стоит вспомнить, что в прошлом-то все было хорошо. Эмоций хватало. Вы находили общий язык. Вы могли взаимодействовать. Вы могли договариваться. Сейчас вы друг друга не слышите, и вы не хотите слышать. Но если вы друг к другу повернетесь лицом, если каждый из вас здесь захочет сохранить отношения, здесь решение вы найдете в любом случае. Здесь отношения, пусть и при кажущейся какой-то безысходности, пусть при кажущейся какой-то вот тишине, да, что мы уже другие люди, нам уже надо расходиться, здесь есть еще фундамент, который вы можете поднять для того, чтобы ваши отношения улучшить. Здесь не безысходная ситуация, не здесь просто люди, которые разучились слышать друг друга, хотя раньше здесь все было наоборот. Вспомните, насколько каждый из вас готов был слышать другого, идти на компромиссы, где-то договариваться. Здесь еще есть почва, которую можно удобрить, из которой еще можно собирать урожай. В чем ваша вина в том, что отношения пришли вот в такой тупик? В чем ваша вина? Понимаете, здесь ваша вина в том, что вот вы хотите с этим человеком, несмотря ни на какие моменты, жена ли вы его, либо любовница, вы хотите семьи. Вот вопреки всему. Чтобы все было сосредоточено на семье. Что если вы жена, то вы хотите, что раз у нас семья, значит отдыхать мы должны вместе, ездить вместе на отдых, выходные какие-то праздничные дни мы должны проводить вместе, и чтобы ты был рядом со мной, да, чтобы ты не отвлекался там ни на друзей, ни на рыбалки на свои какие-то, ни на какие-то свои увлечения. Вот это если со стороны жены я смотрю. Если я смотрю не со стороны жены, что вы встречаетесь с мужчиной свободным, и при этом вы свободная,
то здесь опять же то же самое, что я хочу, чтобы между нами уже всякие любови моркови закончились, чтобы у нас уже была полноценная семья. Я хочу, чтобы мы были друг с другом, я хочу, чтобы вот у нас были, если праздники, то только вместе, если выезды, то только какие-то совместные. И причина в том, что вы слишком идеализируете ваши отношения, стремясь к тому, чтобы быть вместе, 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 вот связанные вместе, и чтобы вот только вот вы вдвоем без всяких третьих лиц. Конечно, если вы жена, здесь требования более-менее понятные, но в любом случае каждому человеку нужна некая свобода. Что женщине нужен? Отдых. Например, девичники, например, походы в спа-салон, да, в салоны красоты, что мужчине точно так же. Мужчина не может быть привязан постоянно, не может быть привязанным к юбке и охранять постоянно свою жену. Здесь желание, чтобы ты от меня никуда не убегал, чтобы мы были с тобой вместе. Если вы любовница, то здесь тоже, видите, у вас нету желание понять мужчину, что у него есть семья. Он, конечно, как король кубков, мог обещать вам сказочное будущее, что мы вместе, и я разведусь. Вот вы теперь давите, давите, давите на него. И здесь, похоже, передавили, да. Упреки в том, что либо мы вместе, либо ты что-то выбираешь, либо до свидания, либо мы проводим с тобой много времени, и неважно, что там у тебя в семье, вот либо до свидания. Здесь очень категорично, что либо мы уже вместе, безо всяких третьих лиц, либо ничего не получится. В чем вина вашего партнера? Но ему нужна своя собственная, видите, реализация. Вы его привязать, может быть, и будете пытаться, но он все равно будет ускользать. Здесь мужчина, который во главу угла ставит свою собственную личность, что если я хочу, мне, значит, надо. Если мне позвонили друзья и сказали, мы едем на рыбалку, я что, не мужик, да? Я же не подкаблучник, значит, я еду. Мне не важно, истерику ты закатишь, там будешь ты вот собирать-то мои чемоданы параллельно. Я должен продемонстрировать все мои мужские качества, как бы то ни было. Здесь, конечно, мужчина глубоко заблуждается, что он должен быть абсолютно свободным и полностью игнорировать просьбы своей женщины. Но здесь, видите, здесь вы друг друга, я хочу сказать, переиграли. Мужчина слишком здесь заигрался в свободу, что я что хочу, то и делаю. И буду делать то, что мне важнее прежде всего. А вы же заигрались в ситуацию, что если между нами отношения, то они должны быть только очень серьезные, вот безо всяких моментов. Здесь вы друг друга недопоняли. Хотя, я говорю, здесь еще стоит вам оглянуться в прошлое, на чем строились отношения, как вы с ним договаривались, какие были условия вашего договора. Конечно, здесь мужчина может не выполнить определенные свои обещания, и ваши здесь претензии к нему обоснованы. Но видите, здесь мужчина хочет большое поле своей свободы для того, чтобы чувствовать себя по-настоящему мужчиной, а не быть таким вот привязанным к бабской юбке, чтобы сидеть только дома, дома, дома. Основная проблема в ваших отношениях. Основная проблема в ваших отношениях. Хочется сказать, вот слишком много думаете о том, как будет правильно каждому из вас. Здесь каждый смотрит на себя, вот только на себя, да, не слыша партнера. Вы хотите одного, партнер хочет другого, и пытаетесь друг другу доказать. Но так разговора здесь в любом случае не получится. Чтобы договориться, нужно как минимум уметь услышать друг друга и пойти на компромисс. Что ему стоит пойти на компромисс в вашу сторону, и вам точно так же. Вы тоже должны понимать, что человек не привязан к вам, что это не ваша собственность, независимо от того, ревнуете вы его или не ревнуете. У человека тоже должна быть своя какая-то жизнь,
в которой он мог бы реализовываться. Пусть как рыбак, да, или пусть как охотник, или он в футбол играет по выходным. Конечно, есть другая ситуация, что если мужчина наобещал вам с три короба, что я разведусь со своей женой, и ты меня только жди, а вы понимаете, что уже все сроки закончились, когда бы он мог свою ситуацию решить, вот и он из вас делает ждуна, то, конечно, здесь никто вас не держит в этой ситуации любовного треугольника, когда вы понимаете, что просто тупо теряете свое время, когда уже могли бы построить отношения с другим человеком. Но здесь, опять же, хозяин-барин, да, здесь только вы решаете, быть в таких отношениях, либо не быть. Но здесь нету договоренности. Здесь один считает так, другой считает так. Один много думает, а второй тайком вот как-то вот делает вот свое, гнет свою линию. И ему так хорошо. Ну, давайте посмотрим, что если эти проблемы не решать, если не договариваться, к чему все приведет. А сохранять союз или нет, здесь вы решаете самостоятельно. Хотите договариваться, готовы пойти на компромиссы, где-то даже уступить, значит, здесь есть почва, на которой вы еще можете договориться. Но все будет зависеть здесь от взаимной лояльности. Если ничего не предпринимать, оставлять ситуацию как есть, перспективы ваших отношений. Ну, вы так здесь и будете тянуть одеяло каждый на свою сторону до тех пор, пока вы это одеяло не порвете. Здесь по-другому я и не скажу. Здесь каждый останется со своей собственной правдой. И здесь каждый скажет, что я хотел как лучше. Это ты меня не услышала, например, мужчина скажет. Или вы скажете, я хотела как лучше, это ты меня не хочешь слышать. Здесь вы выводы сделаете, конечно, самостоятельно. Дно карты смотрю, что ну, вряд ли вы договоритесь, чтобы всем было хорошо. Да, здесь отношения уходят в сторону бездуховности. Просто расстаться не сможете. Пятерка Пентаклей – это как карта, когда плохо, дурно, голодно, холодно. Ну, как-то вот мы тащимся друг за другом. Ну и теплоты в этих отношениях тоже нет. Вы так и можете протянуть эти отношения кучу-кучу времени, в итоге вы останетесь со своими возмущениями, мужчина останется со своими возмущениями, но союзом это не назовешь. Но сохранять такой союз или попытаться что-то выправить, здесь только вам решать. Это у нас был вариант номер один со светлой картой. Так, вариант номер два. С темной картой. Здесь сигнификацию я буду смотреть не как обычно я делаю, кто ваш партнер, как вы его можете узнать. Здесь сигнификация будет ваши мысли, как вы сама видите данную ситуацию. Вот ваше состояние на данный момент, чтобы вы понимали о вас, либо не о вас данная ситуация. Итак, как вы видите всю эту ситуацию и проблему саму? Вы здесь заскучали по прошлому, вы здесь заскучали по тому, как было когда-то. Было много эмоций, было много внимания в вашу сторону, которое резко закончилось. Здесь ваши мечты об идеальных отношениях с этим человеком сейчас зашли в тупик. Нету того внимания, нету того участия, нету того вложения, которое вам хотелось бы. Что здесь ощущение, что вы тянете все на себе. И оглядываясь в прошлое, вы тоже понимаете, что даже в прошлом вы все тянули на себе, все старались, чтобы было хорошо. И независимо здесь вы в браке находитесь с этим мужчиной, или здесь вы просто в отношениях, вы понимаете, что даже в прошлом, да, все держалось сугубо на ваших плечах. А когда вы расслабились, когда вы опустили руки, то вы стали понимать, что вы не вкладываетесь. И вы увидели картину, что и к вам, собственно, нету вот никакого
эмоционального вложения в вас, что пока вам хотелось, пока вам нравилось, пока вы были очарованы данным человеком, вы и не замечали его отсутствия эмоционального вот ваших с ним отношения. Когда вы немножечко сбавили обороты, вы стали видеть всю картину, как она есть, да, и вам действительно стало неприятно. Здесь я согласна, кому станет приятно от понимания того, что пока я что-то делаю, пока я тяну данные отношения, все хорошо. Когда я опускаю руки, я устаю, и отношения как таковые здесь останавливаются. Да, вы устали вкладываться, вы устали работать, вы устали тянуть все. Здесь знаете как, вот какой бы ни был азартный бег, какой бы адреналин вам он ни приносил, любому человеку, в определенный момент наступает усталость. И в этой усталости хочется обратной связи, чтобы меня поддержали, чтобы меня услышали, чтобы меня вдохновили. А этого нет. Соответственно, здесь и складывается ситуация о том, что а стоит ли мне дальше продолжать вкладываться в данные отношения? Одной любовью на двоих здесь сыт не будешь. Да? Как бы ты ни любил человека, как бы ты ни вкладывался, как бы вот ни считали. И есть такое расхожее выражение, что моей любви хватит на двоих. Это утопия, потому что однажды в определенный момент вы устанете вкладываться в то, что не дает вам никакой обратной связи. Здесь именно вот эта ситуация. Что связывает сейчас ваши отношения? На чем они до сих пор держатся? У меня в комментариях тут как-то недавно написали, что бесит, да, вот прям бесит. Я человека заблокировала. Если вы узнаете свой комментарий, знаете, что больше вы подобного не напишите. Меня просто бесит, что она там перебирает карты, она их трогает, там машет руками. Мой расклад, как я чувствую, так я и буду делать. Нравится кому-то, не нравится, я не могу по-другому, да, я не могу читать как робот книгу открытую, потому что я в каждый расклад вкладываю эмоции личные. Не нравится, что я здесь машу как-то руками, тереблю карты, передвигаю, закрываете видео и не смотрите. Не надо мне писать подобных комментариев. Бесит вас, не бесит. Так, я извиняюсь за отступление. Давайте, что до сих пор, да, что на данный момент связывает ваши отношения, на чем они держатся? На попытках достучаться до человека. Все-таки еще какие-то вот робкие шаги для того, чтобы эти отношения спасти, вы делаете, вы боретесь, вы пытаетесь, чтобы человек вас услышал. Вы здесь и по-хорошему, и по-плохому. Здесь вы кнутом и пряником здесь. Но вы понимаете, что здесь бесполезно. Да? Здесь выводы такие, что как бы я ни старалась, что бы я ни делала, плачу бесполезно. Радуюсь бесполезно, что человек расслабился полностью, и это действительно вызывает у вас большое-большое напряжение, что для кого я делаю, да, что это за игра в одни ворота, почему только я должна вкладываться, стоит мне опускать руки, да, стоит мне расслабиться, и все. В отношениях сразу начинается какая-то стагнация, отношения не развиваются, стоит мне снова в эти отношения вливаться эмоционально, все. Вроде бы между нами все хорошо. Но тут проблема здесь. В любом случае, полная пассивность вашего партнера. Здесь в свое время вы переборщили и разбаловали его тем, что вы все делаете сами. Стоило так, что у него была какая-то проблема, вы тут же кидались ее решать. Свои проблемы точно так же вы решали сама. Что вы ему говорили, когда у вас какие-то проблемы? Не переживай, я разберусь. Что было, когда в его ситуации проблемы были? Не переживай, я с тобой, я тебе помогу, я там все сделаю. Таким образом вы человека сами, своими руками, вы его разбаловали. И поэтому, конечно, может быть здесь и можно еще будет до него достучаться. Вот, но понимаете, что иногда так случается, что своим абсолютно заботливым отношением к людям мы их балуем. Мы их сажаем к себе на шею,
Мы их потом везем какое-то время, а когда получается, что мы устали, нам помочь никто не хочет. Перегрели человека. Да, как есть такая цитата, что к некоторым людям нельзя относиться тепло. Они начинают гнить здесь, вот то самое. Вероятно ли улучшение в этих отношениях? Здесь на данный момент пока самое лучшее решение все-таки побыть друг от друга на расстоянии. Связи, конечно, здесь не терять, общаться, но вот какая-то вот дистанция. Если вы вместе, например, вы поехали в санаторий отдыхать, в дом отдыха, а ваш партнер продолжает там, допустим, работать. Если вы в отношениях таких вот, пока вы еще вместе, да, здесь стоит все-таки поговорить о том, что нам нужна, наверное, пауза, нам нужна передышка для того, чтобы понять, насколько мы друг с другом сможем дальше взаимодействовать. Пауза часто дает понимание, что нуждаетесь ли вы друг в друге настолько, что вы друг без друга жить не можете. Здесь вот какой-то отдых, какая-то передышка, но с периодическим общением хотя бы. О природе, о погоде. Здесь стоит поддерживать, но побыть без вот этого эмоционального тесного общения. Вот это здесь поможет. Но поможет не улучшить отношения, поможет здесь разобраться в отношениях и понять, насколько действительно ваш союз нужен вам обоим. Не только вам, но и вашему партнеру. В чем ваша вина? Ну, здесь про вину я уже сказала, забегая вперед, потому что здесь четко читается. Но тем не менее, в чем ваша вина? Ну, вот видите, карта работы, да, что вы в этих отношениях пахали, вы в эти отношения вкладывались, работали для мужчины, ради мужчины, из-за мужчины, не замечая совсем, что с его стороны-то такого полноценного вложения нет. Перегрели, разбаловали. Мужчине-то здесь хорошо. Вы для него все делали. Вы, возможно, и до сих пор для него что-то делаете. И он понимает, что я такой молодец, я такой супер. Для меня женщина готова сделать все. Соответственно, ну раз она меня так ценит, любит, значит, она меня боится потерять. Если она меня боится потерять, соответственно, она будет продолжать делать все для того, чтобы меня в своей жизни сохранить. Но, девочки, тут делайте выводы, да, вот со своими мужчинами. Перегрели рядом с собой. В чем вина партнера? А вина партнера здесь в том, что то настолько вы его здесь разбаловали, что он сейчас даже обижается на вас, что вы стали возмущаться. Он сейчас из себя делает жертву в соответствии с вашим поведением. Я думаю, вы тоже прекрасно должны замечать, что как только вы начинаете бунтовать, возмущаться, просить его помощи, там, либо внимания, вы сталкиваетесь с полным непониманием. Он начинает строить из себя обиженного, задетого. Ну, конечно, он в любом случае будет задет вашим таким поведением. Вы же его разбаловали, вы же его как ляльку нянчили, сюсюкали, заботились о нем, в пятую точку дули ему. А тут раз вы вдруг меняете свое поведение, тут раз вы меняете вот полностью вектор своего отношения, и он здесь находится в недоумении. Да, что вообще случилось? Почему ты меня такого хорошего сейчас в чем-то упрягаешь? Нормально же общались, да? Что случилось? Что тебе не нравится? Давай как дальше, все же было хорошо. Вина партнера в непонимании того, что отношения не могут держаться только за счет сил одного. Вот этого он не понимает. И он не понимает, что он своим поведением, своим отношением доставляет вам кучу боли. И, кстати, он не понимает, что вот эта вот боль ваша, она может в итоге поставить точку на ваших с ним отношениях.
без оглядки как-то на вас живет мужчина, считая, что я ей дорог, я ей нужен, и поэтому она все сделает для того, чтобы между нами было хорошо. Такого, знаете, эгоиста воспитали своим отношением. Основная проблема в ваших с ним отношениях. Ну, девочки, ну хватит все тащить на себе. Вот здесь вот основная проблема, да, что мужчина здесь на коне. Мужчина здесь вот кум королю, сват министру. Я больше не скажу. Стоило там ему чихнуть, вы уже бежите в аптеку. Стоило там у него возникнуть каким-то проблемам, вы уже начинаете собирать вот штат помощников, которые помогут ему всего избежать. Такую какую-то, не знаю, ляльку мужского пола вы себе своими собственными руками, благими намерениями, ну, такую вот ляльку вы здесь создали. И проблема в отношениях основная, да, что мужчина может взять на себя ответственность абсолютно, вот все в его силах, да, все в его власти, но он полностью вот никакой, да, абсолютно. Он может только говорить, какой он, что он может там или что он мог бы. Дифирамбы здесь может петь о себе. Но по факту вот ваших с ним отношений никакушка, вот повешенный, да, болтается туда-сюда, а толку никакого нет. Перегрели, вот солнце, вот, пожалуйста, перегрели. И он начал загнивать, а точнее уже гниет. Его бы сейчас в какую-нибудь морозильную камеру, но здесь о морозильной камере у нас была информация, да, что здесь нужна некая пауза. Вот она, шестерочка мечей, да. Здесь нужно отплыть к другим берегам для того, чтобы мужчина понял, вот каково быть без вас. Каково быть без того, что вы вкладываетесь, вы что-то делаете, вы что-то решаете, отношения спасаете. Ну, здесь, конечно, смотрите сами, сможете ли вы сделать так, чтобы здесь случилась пауза, расстояние какое-то, охлаждение. Здесь не молчание стопроцентное, потому что здесь в любом случае мужчина здесь, наверное, по умолчанию не сможет совсем быть без вашей поддержки. Но поддержка здесь должна быть такая опосредственная, дистанционная. Давайте посмотрим, что если вы ничего не будете делать, оставите ситуацию как есть, что будет? Ну, вы так и будете о нем заботиться, девочки. Вы так и будете. Ну, это вот, это ваша лялечка, которую вы нянчите, целуете, балуете. Вот на каждый там его... Он только рот открыл, вы уже бежите, да? У вас первое, второе, третье, несколько гардеробов на смену. Понравится, не понравится. Нет, здесь ситуацию надо решать, конечно, совсем по-другому. Давайте посмотрим, потому что здесь немного другое, да не немного, а много другое, чем в первой позиции было. Как вы можете данную ситуацию переломить? Да, получится ли ее даже? Потому что здесь сохранять союз, не сохранять, резко бросить все. Здесь вы в любом случае не захотите, не сможете. Стоит ему только появиться вот снова на вашем горизонте и сообщить, не дай бог, что у него какая-то проблема. И только вы ее можете решить, вы тут же броситесь спасать его. Давайте посмотрим, как вы можете поменять ход отношений. Точнее, сможете ли вы, да? Поменять. Если сможете, то как? Сможете поменять. В любом случае сможете. Ну, так как здесь девятка пентаклей, это карта самодостаточности. Это карта, что сейчас должен быть вектор внимания направлен быть только на вас. На меня очень обижаются, когда я говорю, девочки, обратите внимание на себя.
Займитесь своей собственной жизнью, своими собственными доходами, станьте самодостаточными. А мне говорят, вы не женщина, в вашей жизни, наверное, не было сложных ситуаций, что вы такое советуете. Поверьте, я женщина, поверьте, я тоже была в разных сложных ситуациях. И только когда начинаешь переключаться на себя, начинаешь гореть какой-то целью, каким-то делом, ты, во-первых, выключаешься из проблемы, во-вторых, ты начинаешь подниматься на несколько уровней выше, что финансово, что даже в плане самооценки. А потом с той высоты, на которую вы поднимаетесь, вы уже смотрите, а нужна ли вам дальше та проблема, от которой вы ушли, с которой вы выключились? Хотите ли вы снова в это все впрягаться? И здесь совет точно такой же. Для того, чтобы эту ситуацию переломить, вы должны сейчас действовать строго в рамках своего собственного «я». Что я хочу? Я хочу денег, я хочу машину, значит, я сейчас занимаюсь своей работой, я коплю деньги и я коплю на свою цель. Если я хочу сделать ремонт, да, либо я хочу, не знаю, там, похудеть, значит, все, я сейчас занимаюсь, я перестаю своему мужчине готовить первое, второе, третье компот, я готовлю там сугубо там кабачки на пару, я не знаю, там, куриную грудку отварную, а нравится ему, не нравится, он может питаться тем, чем питаюсь я, либо ходить голодным. Я сейчас себе важнее. А дальше, после того, как вы будете любить себя, научитесь, точнее, любить себя, ценить себя, вы и посмотрите, готов ли уже ваш партнер сохранять ваши с ним отношения. Потому что если вы так и будете, как с писаной торбой с ним носиться, то ваши отношения так и будут висеть сугубо на ваших собственных плечах. И дальше вам никто не виноват в том, что вы настолько разбаловали данного человека, что вот он сел на вашу шею, ноги свесил, еще и понукает вами. Вот поэтому здесь вы должны полюбить себя, начать ценить себя и прежде всего считаться с тем, а как мне будет хорошо. Выключитесь из этих отношений, выключитесь. Поставьте себе какую-нибудь минимальную цель, да, там новый автомобиль, хочу поменять автомобиль. Дойдите до этой цели, вы ее должны будете сделать. А потом уже согласно полученной цели обернитесь на ваших отношениях. Посмотрите, поменялся партнер, не поменялся. И хотите ли вы дальше в этой песочнице возиться с ним, либо не хотите. Потому что здесь вот отношения в сторону перекоса. Вы заняли материнскую роль, мужчина здесь в роли ляльки. И неважно, кто это, ваш муж, это ваш любовник. Поэтому сохранять союз, либо не сохранять союз здесь... Ваша задача будет, точнее, вы к этому вопросу придете немножечко позже, когда вы начнете сама удовлетворять свои собственные цели, свои собственные потребности, свои собственные желания. По-другому не получится. До тех пор, пока вы действуете только в интересах данного человека, по первому его писку бежите к нему, все решаете, до тех пор вы так и будете бегать. Научитесь любить себя. Переключитесь на себя, а дальше вы поймете, нужен вам такой формат отношений, либо нет. Резонирует или не резонирует, ставьте лайки любому автору. Приятно, когда оценивается работа, обратная связь еще более важна. Я желаю вам любви, я желаю вам счастья. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.